Доброго времени суток зрителям канала и тем, кто нечаянно на бескрайних просторах интернета нашел это видео. Сегодня будет очень долгая и интересная тема, для кого-то, возможно, душещипательная, для кого-то бомбящая, поэтому наливайте себе чайку, кофейку, что-то покрепче, устраивайтесь поудобнее и ближайшие, наверное, минут 10-15 мы с вами будем разбирать комьюнити старых олдовых игр и то, что так сильно трогает дедов, так сказать, тех самых олдфагов. И что вообще стало с олдфагами? Все больше и больше в последнее время я слышу претензии многих людей по поводу того, что изменилось комьюнити той или иной любимой олдовой игры. Ну, раньше типа и трава была зеленее, и небо голубее, и чтобы вы понимали, в комьюнити просто так кого попало не берут, комьюнити, оно закладывается очень с давних времен. Это олдфаги, люди за 40, там за 30, за 25, наверное, да? Которые когда-то играли в те самые игры, все это передавалось из поколения в поколение, и атмосфера была ламповой. А сейчас она, конечно же, не такая. Сейчас, конечно же, все изменилось. Кругом школьники, и эта школота лезет из всех щелей, да? Ну, по крайней мере, такие претензии я слышу от многих людей. Но давайте немножечко разберем все это подробно. Чтобы вы понимали, я тоже не без греха. Я тоже долгое время удивлялся, когда пошел снимать готику по поводу того, что, блин, ко мне идет на канал аудитория школьников. Многие из людей, которые на меня подписываются, им там 12, 13, 14 лет, и я почему-то сначала попытался увидеть в этом проблему. Я не понимал, почему они называют себя олдфагами, почему они пытаются как-то приобщить себя к той культуре, которую мы когда-то поднимали. А потом, ребята, я просто глаза открыл и понял одну простую вещь. Сейчас, кстати говоря, я буду говорить не только про готику, это касается очень многих игр. Готика, Skyrim, да, который почему-то типа скатился, ну, якобы. Это все старые игры, и когда мы в них приходили, мы были точно таким же мелкими шкетами по 13-14 лет. Нас также приучили к этим играм родители, там, возможно, отец играл, или там дядя, или еще кто-то. И мы были точно такими же, как нынешнее поколение, которое приходит. Мы точно так же искали видеоролики, в которых есть какое-то прохождение. Мы заходили на форумы для того, чтобы получить ответы на свои вопросы. Да, несомненно, есть люди, которые копались в игре сами, пытаясь разобраться, как пройти тот или иной уровень. Но в большинстве своем, лично зная по опыту даже своего друга, например, он вообще с читами всю игру проходил, потому что ему было по кайфу. Мы были такими же школьниками, и это далеко не плохо. Это хорошо, что сейчас, в игру столетней давности, в которую, по идее, вообще уже играть смысла нету, которую уже все до дыр затерли и прошли, приходит новая аудитория, которая дает новый вздох. Но новая аудитория уже искушена новым контентом. Кругом есть всякие Ивангай там и так далее и тому подобное, большое количество блогеров по разным, вообще по разным тематикам абсолютно, и они их смотрят. И, конечно же, на фоне всего этого, чтобы затащить людей в старую олдовую игру, нужно сделать новый контент. А для того, чтобы сделать новый контент, его нужно откуда-то взять. И вот, собственно, оттуда начинают браться всякие гайды, всякие билды на ту же готику, которую многие засмеивают и говорят: «Да ты что, ты нафига ты это вообще выпустил? Все же и так знают, как проходить. Всего же есть 2-3 способа прохождения. Воин, маг и лучник. Нельзя ничего высрать более. Ну, можно пройти максимум там кросс-классом каким-то. Зачем ты высираешь этот гайд? Зачем ты это делаешь?» А потому что нынешней молодежи это интересно смотреть. Вы забываете, что не все должны быть такими, каким являетесь вы. Не все должны быть такими, какими являемся мы. Разные поколения требуют разных решений. Да, Терралайн, это ответ тебе. Ну хорошо, допустим, разобрались с гайдами и так далее. Понятно, что есть ньюфаги, которые приходят, им нужны эти гайды, нужны эти билды, даже на те классы, которых по сути толком и сделать нельзя. Просто ради того, чтобы, во-первых, затащить их в игру, во-вторых, заинтересовать их, в-третьих, дать им ответы на те вопросы, на которые мы уже знаем ответ, но они-то нет. Но мы идем дальше. Многие спрашивают, а зачем, например, снимать в тысячный раз секреты готики, которые, например, выпустил тот же Дэмиан, который делал, я не знаю, там, МакГайдер. Многие говорят, зачем, все и так знают, это не секрет, там, если, например, ты зашел за какой-то кустик, а там что-то лежит. Для людей не особо одаренных объясняю, секретами называется не то, что ты это должен обязательно не знать, или то, что очень хорошо спрятано. С давних пор пошла такая фишка, это было еще в Сериус Сэме и в других олдовых играх. Если вы называете себя олдфагами,
то хотя бы знайте историю, блять. Изначально пошло, что если, например, где-то какая-то нычка, она называется секреткой, секретом, и есть люди, которым интересно собрать все секреты игры. И когда вы говорите типа, мол, что ты нам показываешь кошелек там, который все и так знают, потому что, сука, это называется секретом. Вот и все. Надеюсь, с этим тоже разъяснили, идем дальше. А теперь немножко про готик рэп. Да, это вообще бомбящая тема для многих. Потому что почему-то тот же Terra Line там или еще многие начали обвинять нас, блогеров, ну то есть Лармув там выпустил готик рэп, да, потом еще кто-то начал выпускать готик рэп, и все начали выпускать, потому что это тренд, это хайп, я думаю, все это прекрасно понимают, ну кроме Terra Line и других людей, которые почему-то нас обвиняют в том, что мы якобы породили поколение дебилов, которые приходят и пишут в чат что-то в стиле «Ты даже не гражданин!» и говорят, что типа вот в наше время такой херни не было. В наше время было лучше. Чуваки, признайте, вы просто уже устарели. То, что сейчас появляются новые тренды, то, что сейчас появляется какой-то хайп вокруг любимой старой игры, вы этому радоваться должны. Никогда не будет. То есть, понимаешь, всегда есть возможность прийти, сесть там с друзьями и за Певчанским поиграть в Героев Третьих, например. Я прекрасно поддерживаю эту тенденцию того, что было раньше, что раньше было, да, типа лучше. Но ничего не будет как раньше. Время на одном месте, к сожалению, не стоит. Время идет вперед. И для того, чтобы сейчас оживить игру, нужно делать что-то новое, нужно создавать вокруг нее какой-то ажиотаж, какую-то шумиху поднимать. И Лармов молодец, что это сделал. Другие ребята, которые поддержали, молодцы. Я не считаю зашкваром то, что сделал я. Да, я на самом деле много роликов выпустил, просто потому что мне хотелось к себе внимание привлечь. Я его привлек, и людям понравилось, и поэтому люди остались. И я не считаю, что это плохо. Я считаю, что мы сделали какой-то толчок вот этого движения. Сейчас выйдет ремейк, появится еще больше аудитории. Terra Line, другие ребята, вы просто не осознаете. Сейчас выйдет ремейк, и для готики будет полный финал. Ну, с ваших слов, да, что типа вообще полезет школота, будет вот эта вся тема, что типа будут ньюфаги кругом, которые ничего не понимают. Но, к сожалению, именно за ними будущее. И максимум, что мы можем сделать, это показать им, что вот, была вот такая классная игрушка в новой стилистике, то есть по-новому показать им, что классного именно было в этой игре. Объяснить им, что вот, например, есть Готика, есть там Моровинд, есть Скайрим. Это уже олдовые игры, и в них вот есть такие-то секреты, такие-то классы. А что они будут делать с этой информацией? Побегут на стримы кричать «не гражданин», побегут рассусоливать очередные какие-то супергайды от мистера Кота или еще что-то, да? Это уже их дело. Мы за это не несем никакой ответственности. И потом, у каждого человека всегда есть выбор. То есть, например, даже люди, которые жалуются и говорят «зачем там, я посмотрел ролик, про который я и так все знаю», ни один из тех блогеров, которых я знаю, по крайней мере, по готике, никогда не делает откровенный кликбейт на своих роликах. Всегда понятно, вот ты прям название читаешь, смотришь картинку, и понятно, про что будет ролик. Например, Дэмиан выпускает ролик, там, например, «Секреты». Или прямым текстом написано там «Прохождение готики». Или у того же Мака написано «Отыгрыш такого-то персонажа». Или у того же Дэмера написано «Возвращение говно». Так если ты фанат «Возвращения», или если ты, например, человек, который уже 100 раз прошел готику, или ты человек, который знает все секреты готики, зачем ты открываешь этот ролик, если ты и так все знаешь? Зачем ты пытаешься что-то высрать в комментариях? Зачем ты пытаешься что-то показать? Тебя сюда никто не звал. Изначально написано черным по белому, про что сделан тот или иной ролик. Поэтому мы сами выбираем, что смотреть. И если ты открыл ролик, только ты в этом виноват. Ну и еще пару слов в оправдание людей, типа, которые как мистер Кэт клепают контент, или которые делают контент, типа, как те же дотеры, да? Давайте просто вспомним, что есть аудитория людей, которые это смотрят. Есть аудитория людей, которые заходят реально посмотреть смешные монтажики, в которых люди ругаются матом и ездят в PUBG на машине, например, сбивают просто друг друга. Есть люди, которые заходят посмотреть, как мистер Кэт просто прикалывается там, да, что-то рассказывает. Мистер Кэт тот же и другие блогеры, которые это снимают, в первую очередь на Ютубе работают. Они кормят свою семью,
И пока вы высираете что-то в своих комментариях по поводу того, что «Мистер Кэт кривляется как долбоёб, лучше бы он снял что-то действительно полезное», этот человек работает на благо своей семьи и делает действительно что-то хорошее. И его смотрит та аудитория, которой это интересно. И эта аудитория его лайкает и просит еще. Просто подумайте над этой мыслью, а теперь сидите дальше на диване и пишите про то, какие все козлы, что выпускают такие ролики. Тем не менее, конечно же, хочется выразить и респект тем людям, которые делают качественный контент. То есть я не спорю, что есть все-таки разница в качественном контенте и в контенте ради просмотров. Например, Тера Лейн делает некачественный контент, он делает контент ради просмотров. Те же ролики, в которых он на кого-то бомбит, срет матом там и так далее, это же, ну, это несерьезно. Но есть, например, такие люди, как Либрариум. Есть такие люди, как, я не знаю, Эш Кинг, Дэмиан Уан, я считаю, тоже относится к человеку, который делает, точнее, к людям, который делает качественный контент. МакГайдер, Дэмир СДФ и я делаем неплохой контент. Пусть он не самый качественный, но он интересен людям, мы чем-то захватываем, например, тот же Паша Водяной, да, он делает качественные, хорошие стримы. Все мы, а про многих Терлайн выразился, что мы, типа, там, херню какую-то снимаем. Мы обладаем публикой только потому, что мы эту публику как-то смогли заполучить. Мы смогли ее заинтересовать. А значит, это далеко уже не низкопробный контент. И разумеется, все равно с моими словами многие не согласятся. Для кого-то Терлайн будет эпогеем, вершиной самого качественного, самого крутого контента. И это тоже будет правильно. Такие люди тоже будут по-своему правы. Кому-то покажется Мистер Кэт полным говнищем, а кому-то Мистер Кэт покажется, как для меня, смешным парнем, который делает прикольные вещи, который снимает просто веселый и хороший контент. Да, не супер навороченный, но хороший, интересный. Кому-то Тес Фан покажется каким-то выродком-ублюдком, а для кого-то Тес Фан покажется нормальным чуваком. Для кого-то Дэмиан Уан будет вершиной лора по готике, а для кого-то нет. Также кому-то могу не нравиться я. Но знаете, ребята, в чем главная суть? Это называется вкусовщина. На вкус, цвет, все фломастеры разные. А соответственно, нельзя навязывать свое мнение. И я его сейчас навязать не пытаюсь. Я лишь хочу показать другую сторону медали, потому что всегда их есть две. Что я хочу сказать и показать этим роликом? В каждом ролике же мысль, да, должна быть какая-то глубокая, прям каждый ролик должен быть чем-то таким серьезным, да? Ну вот, во-первых, это пища для размышления по поводу того, куда мы катимся, да? Комьюнити, несомненно, изменилось очень-очень сильно. Появилось очень много школоты, очень много людей, которые не требовательны к тому, что они смотрят, да? Появилось много людей, которые, например, требуют только готику и совершенно не пытаются расширять свой кругозор. Это тоже по-своему плохо, я это все прекрасно осознаю и понимаю. Но, тем не менее, пришло очень много ньюфагов, которые, например, наряду с готикой могут попросить снять PUBG, ARK там, еще что-то. И это тоже замечательно, это тоже круто, потому что такие люди... В дальнейшем это будущее развитие, в принципе, Ютуба и мультимедиа пространства в целом. Потому что рано или поздно готика закончится. В этом Терлайн прав. Готика закончится, друзья мои. Закончится Skyrim, я думаю, рано или поздно. Закончатся многие игры. Но вот эта аудитория, возможно, что-то почерпнет из наших роликов. Что-то почерпнет вот из того, что я говорил сейчас все это время. Возможно, проникнется той идеей вот алтфажества, да, вот того, как раньше было лучше или еще что-то, что-то запомнит и что-то перенесет дальше из поколения в поколение, вот. Ну и, конечно, ролик я всегда заканчиваю обычно одинаково, одной единственной фразой, но сейчас я ее немножечко дополню. Ребята, будьте больше требовательны к тому, что вы смотрите на Ютубе, и тогда контент будет меняться вместе с вами. Если вы не хотите получать одно и то же и одну однотипную готику или один однотипный PUBG там или еще что-то, скажите об этом своему блогеру. Блогеры готовы снимать этот контент для вас. Блогеры готовы меняться для вас или что-то делать для вас. Но в первую очередь блогер, каждый блогер — это личность, у которого есть свои интересы. И иногда просто важно спросить или направить его, а дальше он все сделает сам. Ну и конечно же, играйте в хорошие игры, а с вами был Лор и до скорых встреч, пока-пока. Ах да, и еще хотелось передать респект моей команде, которая вместе со мной трудится над разными роликами, которые помогают мне в трудный момент
как-то здраво посмотреть на свое творчество, здраво оценить тот или иной момент в видео там и так далее, это, конечно же, Дэмиан Уан, Макгайдер, Павел Водяной, Mad Games, хороший чувак Олег, тоже перейдите, посмотрите, я ссылочки все оставлю в комментариях. Ну и, конечно же, DMRSDF, как же без него? Вот такие дела. Надеюсь, никого не забыл, если кого-то забыл, обидел, извините.